привет! Меня зовут Коля. Сегодня 28 февраля, и это означает, что это последний день этой зимы. Пусть она уже валит. В Корке у меня появилось несколько часов времени. Я вышел для того, чтобы сделать пару фоток, запечатлеть, так как бы сказать, эту зиму. И я пришел на Ляуды. Как вы можете видеть, Ляуды, лед уже растаял. Вот. Так что поздравляю. Думаю, скоро можно уже будет начинать рыболовный сезон. Я сейчас поброжу, посмотрю, что можно сфотографировать. Если что-то понравится, сделаю пару фоток. Собственно, за этим и вышел. Одно, два, три фото, не больше, но таких, которые стоит посмотреть. И чтобы вы посмотрели, как выглядит сейчас эта территория, можно ли уже начинать. Такой ветер, как бы уже весенний, ветер не холодный, но сильный. Вот дошел до того места, которое я раньше в группу выкладывал видео, там где попалили. Вот, можно посмотреть. Вот. Как бы, да, выпалили камыш, целую полосу аж до хренища, сколько всего. И сразу такой первый вопрос, вот. Вот смотрите, видите, это буквально недавно выпалили камыш. Видите, пакеты. Вот там еще чуть дальше. То есть нашему народу вообще по херу, походу. Где жить, им надо только вот насрать, нагадить. Ладно, сейчас сделаю пару фоток здесь и дальше пойду повстречаюсь еще. Слышно, не слышно меня, ветер, конечно, обалденный, блин, но чайку взять с собой, горяченького чайку, очень кстати, поэтому я так всегда делаю, термос, фотоаппарат, что еще нужно, наушники. Ну вот так, посмотрите, как круто здесь. Немного таких эффектов. Ваше здоровье! Ну что? Вот и закончилась моя первая выходка, вылазка на природу, наконец-то. Прощай, зима.
Я уже видел одного мужика там на лодке качает. Такой, блин. Говорит, ты кого там хочет посмотреть, что тут есть? Ему уже сильно надо рыбу ловить. В общем, ребят, смотрите. Лед сошел, вода открыта, а это начало. Это начало, большое начало. Также хочу попросить о том, что если вы будете выходить на природу, смотрите, давайте не выбрасывать свой мусор. Посмотрите. Видите, вот это спасибо нашим людям, где приходится лазить и снимать это все. Поэтому всем добра, подписывайтесь, приходите к нам в группу, в наш клуб, ставьте лайки. С вами был Коля на Аляуда. Всем пока!